решил снять вам еще немножко с другого ракурса. Вот столько много людей, и мотоциклы еще заезжают. Играет какая-то рок-группа. Не запомнил их название, в общем. Ну, очень много людей, уже встретил знакомых здесь. Все адекватные, все на позитиве. И да, как я оказался прав, сейчас, ну не сейчас, чуть позже это действие закончится, часа через два, и народ поедет просто накидываться в честь закрытия сезона. И уже ГИБДД анонсировала проверку двухколесных транспортных средств. Причем все в курсе, будут проверять не только мотоциклы, но еще и электросамокаты, уже порядком всем надоевшие. Ну а так вот, люди приезжают, становятся. Можно подойти к любому байку, рассмотреть его, вам еще про него расскажут, чем он эпичкам. Так что вот такое вот событие в городе Владивосток. Ну а мы пойдем дальше.